Привет, друзья, подписчики мои. Только посмотри, что произошло. Обновились игрушки. И у нас тут есть настоящий кот Барсик, ребята, или Персик, не знаю. Заряжаем сразу пятихаточку. Будем за вчерашнее видео отрабатывать. Вчерашнее видео было очень грустное. Не смотрите. Ну, посмотрите, чтобы мне было приятно. Но в целом оно вас не порадует. Ну что, Басик у нас сегодня есть. Плюшевый розовый медведь. Потом синий, вон тот красный медведь. И вот такой еще прикольный бежевый. Так, ну все, полетели сразу с Басик. Какой маленький мопсик, какой мопсик. Ладно, спокойно, соберись. Так, как же он ужасно звучит. Я не могу, это ужасная штука. Спокойно, погнали. Попытка номер уна. Уже, ну какой красивый Барсичек. Так, ребята, продолжаем разговор. Сейчас, слушай, у него такие ножки длинненькие-длинненькие. Какой прикольный рыжий кот. Короче, я сейчас смотрю на YouTube Антошку Власова. И у Антошки Власова есть такой же кот, только настоящий. Мне так нравится. Такой красивый кот у него. Сейчас скажу. Пабло. Зовут Пабло. Блин, обожаю кота Антошки. Антошка, привет! Пауэр! У нас сегодня будет тоже специально... Что это было? Видели, да? Он как-то зацепился вот за эту железячку. Ладно... Не расходимся. Занимаем места согласно купленным билетам. Ты какой Барсик. У нас сегодня битва, чисто 50 попыток и битва за Барсика. Ну, слушай, я думаю, что мы его заберем точно. Но вот что еще мы сегодня заберем, это, конечно, вопрос. Слушай, Барк классный, в таком свитерочке, как будто бабушка вязала. Вообще красавчик. Погнали. Отличный захват. Видали, как он руки поднял к небу и такой, заберите меня отсюда. Так, ладно, возвращаем. Слушай, кстати, вот это понятное дело, что подделка, но выглядит он максимально здоровенько. То есть прям у него, смотри, даже у него на ручках, на лапках перепонки сделаны, очень круто. Ну и цепляет он его, в принципе, неплохо. Он не такой тяжелый, чтобы нам его не выиграть сегодня. Так. Вперед. Какой-то попытка, не попытка, друзья мои. Ладно, пробуем еще раз. Мы сейчас... слушай, ну остальное, честно, все дешман. Я подумал, может быть, другое что-то выиграть. Но нет, мы будем пробовать Барсика. Потому что, ну реально, другое все, ну, стрёмно. Даже, честно призна... Эй, зачем я отпустил? Видел, отпустил его? Зачем я это сделал? Даже, честно признаться, вот игрушки, которые лежат вокруг... Да даже вот мопсик. Вот тут что-то сегодня какая-то загрузка не очень хорошая. Мопс крутой. Давай, сейчас мы его. Ну и Барсик, конечно же. Оу, щит. Ребята, ну упал. Ребята, ну это вообще... Глаза такие разные. Смотри, глаза один больше, другой меньше. Один смотрит вниз, второй вверх. Нет, второй смотрит просто прямо на нас с вами. Есть. Как это было сейчас красиво. Так, пробуем еще играть. Сейчас мы его подведем аккуратненько. Слушай, он прям акробатические трюки показывает нам Барсик. Ну ничего страшного. Пробуем еще раз. Я вот думаю, а что если... Да куда ты там цепляешься? Что за бред? Там ловушка специальная. Вообще жесть. Давай. У меня, друзья, приелось теперь слово жесть и щит. Везде хожу и говорю, оу, щит, вижу грязь и такой. Ну, это я посмотрел стримы Кузьмы. Так, ну ладно. Давай. Ну, пупсик. Нет, там еще хотел за волосы ту девчонку схватить. Нет, девчонка нам не нужна, ребят, нам нужен только кот. Кот, и слушайте, я его тоже назову Пабло. Ну, ребята, кот Пабло. Ну давай, давай. Ты же так хорошо взял его. А, причем сейчас кот пируэтов никаких не совершал. Взял он очень хорошо в клешню его. Но почему-то отпустил. Антошка, Антошка. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка. Вперед. Ух ты, какой царь захват. Друзья мои, тем не менее, попыток уже улетело 17.
Ну, кстати, в соотношении с пятихаткой всего 170 рублей получается. Недорого. Учитывая то, что Пабло оригинальный стоит 1500-2000, даже за косарь выиграть его здесь, ну, пускай он китайский, ну и фиг с ним. Зато приятно выиграть, камон. Зато за этого кота вас не выгонят из дома. Да зачем? Мне не нужна кукла вторая. Алло, мне нужен только Пабло. Пожалуйста, отдай мне его, бро. Куклу не надо трогать. Кукла пусть лежит, как лежала. Зачем ты берешь ее? Да ты угораешь, да? Хватит. Кукла, кстати, прикольная. Ха, кукла. Катюшка. Так, ну давай. Сейчас мы ее... Есть! Да... Да они что, приклеены там, я не могу понять. Слушай, ну причем захват у этого аппарата мощный, он цепляет две игрушки, но он две он точно не отдаст. Я бы пошел за тем медведем, но он слишком здоровый, друзья, поэтому будем биться за Пабло. Пабло красивый. Я буду с ним по магазину перегулять. Есть, есть, ребята, спокойно. Надо походить, подумать. Ладно, возвращаемся. Так, там прям реально нарочно, как будто специально пытается выиграть куклу. Есть! Хороший был захват, ребята. Захват был вообще отличный. Да. Каковы шансы, что такой же захват будет ровно тогда, когда нам нужно? Вот, слава богу, все, кукла теперь внизу. Какая-то странная, друзья мои, сцена, вы не находите? Пабло прилег на игрушку. Я просто боюсь, что мы можем попытку нашу главную упустить. Вот этого не хотелось бы, конечно. Слушай, даже пяточки проработаны, но кот, конечно, замечательный. Это, наверное, самое такое симпатичное из всего, что я выиграл в этом аппарате, конкретно в этом. Пабло не, Пабло не сдается. Братишка, пойдем домой. Вы знаете, как в котятниках, как называется место, где живут коты? Котятники. Вот, короче, в котятниках коты прям сами к тебе лезут, типа, мол, только забери, пожалуйста, нас отсюда, мы хотим с тобой... Как он неудачно лег. А, не, нормально. Только забери, мы хотим с тобой пойти. От Пабло не сдается. Посмотри. Пабло, брат, тебе что нравится в этом аппарате больше, чем у меня дома? Ты знаешь, сколько у меня дома игрушек? Огромное количество, бро. Мы с тобой с ним пойдем домой. Неплохо. Хорошо, ладно. По крайней мере, Пабло теперь не в углу. Пабло, давай. Сейчас мы его... Вперед. Ну, пожалуйста, да что ты будешь делать, а? Пабло, малыш, я без тебя не уйду. Сейчас я звякну владельцу, скажу, отдайте Пабло. Скажу, добрый день. У меня попытки заканчиваются. Чем быстрее я его выиграю, тем быстрее я уйду. Но я не уйду. Давай, давай. Ну почему ты не хочешь побеждать? Ну, пожалуйста, отдай. Нам нужно уже бежать. Да нет, на самом деле, сегодня мы не торопимся, но просто это. Хотя, кстати, я хочу жрать. Вы знаете, что я буду сегодня жрать, друзья мои? После ролика пойду в Бургер Кинг, и возьму себе новую булочку. Там какая-то новая булочка с prime beef мясом. Вот я пойду туда и съем булочку. Хотя я бы от других булочек бы тоже не отказался. Ну что, давай играем дальше. Сейчас мы котика. Пабло! Я даже, вы понимаете, да? Я за 37 попыток, даже не приблизил Пабло к дыре. То есть мы вот... Ребят, я прошу прощения за такой ролик, потому что, ну, блин, я очень Пабло хочу, но он прям крутой. Ну, прям... Я буду с ним гулять, я буду покупать ему вискас и так далее. Есть! Пабло!
Я думаю... Слушай, ну это была... Мне кажется, это была та самая попытка, и мы ее профуфыкали. Он прям понес. То есть я думаю, мы выиграем его, честно. Он прям уже... Вот прям... Ладно, подожди, он лежит, по крайней мере, сейчас рядышком. Может, нам удастся вырыть его, кстати. Не, я не уйду. Вы думаете, я уйду без Пабло? У меня еще есть 400 рублей, друзья. Я всажу сюда косарь сегодня, но Пабло я точно заберу. Так, я немножко потею. Но ничего страшного. Это был хитрый план такой, зацепиться за ту штуку. Все. Давай. Спокойно. Слушай, ну я начинаю на самом деле нервничать. Потому что Пабло лежит максимально... Опа! Ну, слушай, да, друзья, прям видно было, что отпускает. А это была та самая попытка, которая не отдала нам Пабло. 6 попыток остается, ребят. Я не знаю, что делать. Ну, как бы. Бабки-то еще есть, но просто... Я думал, мы его выиграем попыток за 15-20. 30, 39, 48. Нет, о, Пабло. Слушай, ну это прям издевательство, реально. И, короче, фишка в том, что он был около дырки близко, а теперь он совсем ушел куда-то в сторону. Вернее, вернулся в исходное положение. Вы знаете, за год снимания роликов про аппараты я видел много аппаратов, огромное количество. Я выиграл огромное количество игрушек. Я, ну, то есть, огромные просмотры, миллионы эти ролики собирали. Ну, в совокупности. Но почему-то этого кота мне хочется больше всего. А я ненавижу котов, если что. Так, друзья, это не серьезно. Мы заряжаем еще денег. А, подожди, где-то у меня деньги были в другом кармане. Сейчас мы зарядим денег еще. Потому что я не отдам. Прикинь, сейчас я уйду, какой-нибудь маленький ребенок подойдет, забросит 10 рублей и выиграет Пабло. Нет, так не пойдет. Я жадный человек, я заберу его. Ну, типа, знаешь, пятихатку я уже слил. Ну, еще пятихаткой больше, пятихаткой меньше. Пабло будет моим. Как-то это кринжово звучит. Я пойду еще денег менять. Я хочу этого барсика. У меня дома много игрушек. Но Пабло среди них нет. Но Пабло это не животное, друзья. Пабло это член семьи. Вы понимаете? Это пупсик, которого я очень хочу выиграть. Ну, пожалуйста. Вот та попытка была единственная. Я прям думал, мы заберем. Но он как-то криво, он как-то за костюмчик подцепил. Что-то как-то не очень. Нет, я не уйду, я буду играть дальше. И у меня начнется истерика. Да куда ты его отшвырнул? Короче, я когда сюда пришел в этот магазин, он лежал по центру. Подошел мальчик, выключил денег у мамы, и он его выкинул в бок. Потом подошел я. И теперь он лежит с правой стороны. Ну, конечно, замечательный сегодня денек. Я, честно, я не знаю, что делать. Я максимально расстроен. Ну, давай. 3 попытки остается. Да смотри, какой, а. Просто берет и запускает. Так, ребята, я начинаю нервничать. Теперь я вообще его в угол усандалил. Когда он был здесь, мне нравилось больше. Давай еще раз. Я начинаю прям переживать. Но, то есть, понимаете, я как бы знаю, что здесь можно выиграть. И поэтому я заряжаю, друзья мои, знаете, сколько денег? 7-я сотка пошла. 7 соток. Я уже снимаю не для вас. Я хочу Пабло. Я его заберу.
рано или поздно. Но лучше, конечно, рано, чем поздно. Потому что. Понятно? Да в смысле ты выскочил? Ребят, я... Ну, блин, сдаваться, конечно, уходить не очень хочется, но выиграть его, мне кажется, шансов у нас тут нету. Да. Он прям туда усел, плотничком прям. Попробуем Пабло... выиграть не Пабло, а медведя. В смысле, не выиграть, а убрать его, потому что это вообще что такое? Что за любовь кота и медведя? У меня телефон разряжается, между прочим. Причем я не шучу, он прям капец разряжается. Есть, медведя мы убрали. Все, медведь нам теперь не помешает. Возвращаемся к Павлу. Друзья, тут понимаете, я на этого кота потратил 500 рублей, уже 700 почти. И я не знаю, какая попытка должна быть. Ну, тут, мы выигрывали тогда, получается, две игрушки за пятихатку. То есть там была примерно где-то первая попытка, там, ну, типа там седьмая, восьмая и вот там, типа, финальная. Тут, ну, не знаю, честно. Нет, ну это, друзья, это я прошу вас лайком ролик поддержать, потому что, ну, он просто... Ну, он просто издевается надо мной. Давай. Друзья, попытка последняя, 70-я. А, честно сказать, такого давно не было, чтобы все... Смотри, как он лег, а. Ну, так и глаза удивленные. Типа, мол, а, ты чё, братиш? А, 70 попыток. Я не помню, чтобы мы играли за одну игрушку. То есть, либо мы выигрывали раньше, либо я просто только много не играл. Но сегодня какой-то феноменальный день. И потрясающий код. Я просто трачу деньги. То есть я просто засовываю в аппарат уже 800-ю или 7-ю, или какую. Ну, братиш, ну отдай Пабло. Давай, давай, давай. У него аппарата, в принципе, захваты-то неплохие. Он цепляет хорошо. Но Пабло нам, походу, сегодня... Или выиграть. Ребят, ну у меня больше нет, 50 рублей последние вот остались. Я не знаю, что делать, ну правда. Я не планировал так много играть. И как бы так много тратить я тоже не планировал. И как бы даже если бы я планировал, то я бы снял разные ролики. Я, наверное, это видео на два разделю, потому что, ну, жирненько будет. Хотя... Не, друзья мои, все, это сегодня нечестно. Я считаю, что это нечестно. За 800 рублей ни одной игрушки? Да ладно, Пабло, малыш! Лети к папочке! Отлично! Отлично, ребята! Все! Пупсик! Сейчас мы пойдем, купим тебе еды. Друзья, это Пабло, наш член семьи. Значит, у него свитерочек. Все. Остаются попытки у нас две. Мы попытки две оставляем, потому что, ну, хотя нет, надо доиграть, потому что это... Вдруг они скипнутся. Пабло, кого ты хочешь? Хочешь себе братика? Хочешь себе вон ту вон мишку или не хочешь? Друзья, это все благодаря вашей поддержке и вашим стараниям и молитвам мы выиграли Пабло. А, давай выиграть теперь ему медведя. Пабло нужен друг. Он был минуту назад, я уже отчаялся, плакал, рыдал, хотел искать мне деньги. Он был там, за этой стеклянной клеткой. Но уже сейчас мы здесь. И мы пойдем Пабло покупать корм. Эх, не получилось зря. Все, пойдем. Ну, мы как раз в магните. Пойдем, Пабло. Смотри, что хочешь. Хурма, помидорки, пепси. Хочешь пепси, Пабло? Я хочу пепси. Нет, пепси нельзя, пепси. Пойдем искать корм. А мы девушки спросим. Да, Пабло, пойдем? Пойдем. Девушка, здрасте, а где у вас корм для животных? Туда идти? Пабло, пошли. Какой ты хочешь корм, Пабло, Вискас или Феликс?
Пабло, смотри. У Пабло уже горят глаза. Посмотрите на его огромные глаза. Он прям уже говорит, что я хочу весь корм. Слушай, прикольно. Значит, смотри, бро, есть Феликс. Хочешь такой? Нет, такого он не хочет. Смотри, есть Шеба. Есть Пурина. Хочешь Пурину? Не хочет. Может, Феликса? Давай Феликса возьмем. Или что? Вискас есть еще. Пабло. Мне кажется, он немножко расстроен, он хочет домой. Друзья, мы будем с вами прощаться. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока. Пабло передаст жить дома. Все, крутяк. Всем пока-пока.